Он вообще не чувствует меня. Я там жила, как птица в клетке. Все-таки, знаешь, собралась к нему, подошла и сказала: «Пап, мне не нужны твои велосипеды, самокаты, игрушки. Я всего должна добиться сама». И ушла. Клево. Я сейчас в отдельной комнате живу. Рисую потихоньку. Как ухти или молю их? Мы вообще в разных стилях, каляки-маля, в непонятных тонах. Трудно человеку объяснить, который в этом не разбирается. Мы следим тебя удалить, находим куда-нибудь. Ну давай, а куда? Да по теме и на выставку. На выставку? Иду я тобой, бухлихадик. Нормально? А, нормально. Кто молодец, я молодец, кто молодец, я молодец. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много и нервы, как она. Но я не недотрога, дала понять порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Привет, как дела? Ага, понятно. Помнишь, у тебя были эти? Типа умные бутыны. Я Серегу позвал в музей. Музей, Кисюнь, ты чё? Короче, мне срочно надо. Огромное тебе спасибо. На бутынах, да, и восхитительных штанах. На бутынах, да, и восхитительных штанах. За киндером. Ага, бегу и волосы назад, чтобы эти киндеры в доме не видела. Ты мне такое про киндеры не говори. У нас бабушка на киндере до пенсии дожила. Бабушка дожила, а мне капец. Ты меня зачем с такой попой родила? Выдохни.